Тем временем в Иркутске возбудили уголовное дело из-за свалки литий-ионных батарей. В январе их обнаружили на землях особо охраняемой природной территории Птичья гавань. Сейчас в следственные органы направлены материалы для привлечения виновных к ответственности. Установлено, что неизвестные лица незаконно вывезли в заказник отходы второго класса опасности. В общей сложности на природоохранной территории оказалось 10 тонн литиевых батарей. В результате несанкционированной свалки почва оказалась загрязнена медью, цинком, серой, свинцом, оловом. Причиненный ущерб составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Сейчас территория полностью очищена. На данный момент проведена рекультивация загрязненной почвы, установлены дополнительные информационные аншлаги, а также впредь, чтобы не допустить такого нарушения, в ландшафтном парке установили систему видеонаблюдения и усилили контроль за передвижением транспорта по территории. Подозреваемых же в уголовном деле пока нет. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать виновных произошедшего.